Легенда гласит, что однажды любимая жена султана Шах-Джатана тяжело заболела. 30 дней ночей не отходил султан от постели своей возлюбленной, но настал грустный миг прощания. Султан не смог смириться со своей утратой. В память о своей великой любви он построил Тадж-Махал, слезу на лице вечности. Чай Индии. Отведай терпкий вкус любви.